Оренбуржцам отступать было некуда, последнее место ни одной победы. Получилась интересная, зрелищная игра. На 12-й минуте Благо буквально продрался по правому флангу. Его порыв поддержал Айволе и от углового флажка прострелил в штрафную. Делькин пошел на мяч и дезориентировал вратаря гостей Солосина и защитников, которые застыли в оцепенении, и Павел Нехайчик забивал уже в пустые ворота. Гости ответили опасным ударом со штрафного, который парировал наш голкипер Гутер. А в середине первого тайма получаем пенальти. Мяч после прострела попал в руку Андрееву, и судья показал на точку. 11-метровый вызвался пробивать Дьяков и, на наше счастье, пробил выше угла ворот. Где-то я его смутил тем, что знал заранее, куда пробьет Дьяков. И он уже, видимо, хотел мяч поднять чуть выше, и у него не получилось исполнить этот удар. А Том получил гол в раздевалку и забил его все тот же Нехайчик прямым ударом со штрафного, точнее, крученым в самую девятку. Конечно, ошибся Солосин, но удар-то каков. Во втором тайме Томми ответила не менее красивым голом. Тоже со штрафного. Румын Эрик Бигфалви положил мяч по дуге в угол. Гутер даже не дернулся. 2-1. Голевых моментов хватало. Томичи не смогли замкнуть дальнюю штангу. Головой в упор бил Благо. Померко угодил в стойку. Коронов оказался в убойной позиции, но растерялся. Видимо, знал, что не ему быть героем. В уже компенсированное время Делькин опять напугал вратаря, мяч отскочил к Нехайчику, тот дошел до штрафной и ударом в дальний угол забил третий гол своей бывшей команде. 3-1. Первая победа Оренбурга в премьер-лиге. У них, на мой взгляд, очень серьезный состав, очень хорошие есть футболисты, опытный тренер и такая очень боевая команда. Тем не менее, мы забили два гола, имели еще там преимущество, имели там голевые моменты. Во втором тайме при счете 2-0 имели моменты свои ворота, что мне не очень нравится. На мой взгляд, наша команда такие игры должна доводить там легко до победы. В принципе, что мы и сделали, хотя это было не очень так легко. Дождались. Оренбург наконец-то побеждает, при этом забивая столько же, сколько за предыдущие 9 туров, и покидает последнюю строчку таблицы. В следующем туре испытание. Едем в Питер к «Зениту». Анатолий Юденич, Семен Воробьев. Новости дня.